Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Mazda 3 в белом цвете 2014 года выпуска. На бензиновом двигателе объемом 1,6 литра, мощностью 104 лошадиные силы, АКПП, передний привод. На автомобиле у нас имеется хорошая резина, литые диски, ветровики, повторители в зеркалах. Пробег автомобиля 102 тысячи километров. Пройдемся по салону автомобиля. Темный тканевый салон. Чистый, ухоженный. Имеется мультимедиа, двузонный климат-контроль, кондиционер, подогрев заднего стекла, подогрев передних сидений, мультируль, кнопка старт-стоп, система курсовой устойчивости, система iSET, корректор фар, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Актуальную цену и наличие данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.